Друзья, всем привет! Сегодня будет небольшой ролик про скринер ликвидации на бирже Bybit. Немножко разберем тему ликвидации, посмотрим, как подключить ее по API, конкретно по веб-сокету. Сделаем из этого скринер, то есть подключим к Telegram-боту и будем получать сигналы о ликвидациях. Думаю, что такое ликвидация, вы все знаете. Надеюсь, никто из вас не испытывал на себе опыт с ликвидациями, но я объясню, как это, в общем-то, работает. То есть у нас есть какая-то позиция, да, например, и у нас цена идет не в нашу сторону. И существует такой уровень цены, при котором биржа закроет нашу позицию, потому что у нас закончится обеспечение средствами данной позиции. То есть мы не можем больше финансировать нашу позицию, средства у нас закончились, и биржа закрывает нашу позицию. Это и есть ликвидация. И тогда мы можем отслеживать ликвидации других людей, трейдеров, то есть и конкретно от этого торговать. Про конкретно стратегии торговли от ликвидации я рассказывать не буду, так как я скорее программист, нежели трейдер. Но я покажу скринер, как мы можем написать, и который, думаю, будет многим полезен. Например, у каких-либо там популярных трейдеров, например, у Щукина, у него есть скринер ликвидации. Конкретно я им сам не пользовался, просто знаю, что он у него есть. И примерно покажу, как это можно реализовать и сделать подобный скринер. Важный момент, что у того же Щукина в скринере ликвидации, там у каждого пользователя свои собственные настройки. У нас сегодня же будет в скринере, то есть один пользователь, грубо говоря. Мы не будем добавлять для каждого пользователя настройки, у нас просто будет скринер с ликвидациями, и только один пользователь будет получать сигналы. И опять же, я бы сделал поддержку многих пользователей, то есть чтобы все могли пользоваться этим скринером. Но давайте наберем 50 лайков и 50 комментариев на этом видео, то есть вы ставите лайк, пишите абсолютно любой комментарий, и после я записываю видео, где уже делаю поддержку многих пользователей для этого скринера. Давайте приступим. Обращаемся к API биржи Bybit. Если вы хотите научиться работать с API биржи, то я провожу индивидуальное обучение, конкретно с нуля учу реализовывать торговые алгоритмы любых роботов. То есть, чтобы полностью можно было автоматизировать торговлю, написать любой скринер, алгоритм. Вот. Если у вас какие-то есть конкретные пожелания, то мы будем опрягаться на них, так как это будет индивидуальное обучение. С индивидуальным обучением гораздо эффективнее. Все подробности в Telegram-канале, в контакты под видео, можете писать мне в Telegram. Итак, значит, нам нужен WebSocket Stream, то есть мы будем получать информацию в реальном времени. И нас интересует вкладка All Liquidation. Здесь мы будем подписываться на прямое получение ликвидации по всем монетам. Конкретно здесь у нас есть паттерн, как нам нужно прописать, то есть All Liquidation и название торговой пары. Здесь у нас написано данные, какие мы получаем, то есть время, название торговой пары, Position Site, то есть тут даже написано точнее, то есть если мы получаем Buy, это значит ликвидировало того, кто покупал. Execution Size — это количество монет, которое было ликвидировано, и цена при ликвидации. Хорошо, тогда мы берем наш стрим, переходим в код. Я возьму паттерн скринера, который я использовал для видео с фандингами. Здесь уже, в принципе, все прописано. Telegram-бот подключен. Также у нас есть конфиги с нашими API-ключами, Telegram-токеном. Настройки. Здесь у нас... давайте это поменяем на минимальной ликвидации. И пусть вначале у нас будет, ну, $1000. Как минимальная сумма, чтобы мы получали сигнал. Ну и значит, здесь у нас просто главный исполняющий файл. Здесь мы запускаем Telegram-бота нашего и запускаем подключение к веб-сокету, чтобы получать наши ликвидации. Точнее, не наши, а всех трейдеров. Здесь мы прописываем список с нашими стримами и указываем, что мы хотим получать по всем парам, которые у нас есть. Далее просто идет запуск, и здесь мы уже получаем информацию по нашим ликвидациям. Здесь делаем сортировку, которую я только что показал, вот распределяем просто эти параметры, здесь их выводим. И давайте добавим условия, чтобы получать от $1000. Хорошо, теперь мы будем выводить просто в консоль и добавим сигнал в Telegram-бота. Так, добавили сигнал в Telegram. Здесь у нас, получается, будет отправляться сигнал, ссылка на торговую пару и указана сумма ликвидации. Сейчас мы это протестируем. Также давайте добавим сюда вызов этой функции. Теперь давайте просто запустим, протестируем. Так, я решаю ускорить этот процесс, поэтому давайте поменяем с $1000 на 100.
и перезапустим программу. Отлично. Первый сигнал мы получили. И пошли остальные. Как видим, все работает. Получаем ликвидации. Получаем направление также ликвидации и пары. Также можем перейти по ссылке, посмотреть. То есть конкретно здесь мы не увидим, да, ликвидацию саму, но сам факт, да, что они как бы есть. Если будет крупная какая-то ликвидация, то мы, конечно же, увидим. Вот, например, прошла ликвидация на 11 тысяч долларов. То есть вот такие крупные мы и хотим отслеживать. В принципе, это все. Также напоминаю, если хотите, чтобы я написал такого робота с поддержкой пользователей, то ставьте 50 лайков, пишите абсолютно любой комментарий, это просто помогает продвижению видео, напишите там свои мысли про данный скринер, про торговлю от ликвидации, что угодно. И я тогда запишу видео, где будет реализована уже поддержка пользователей, где у каждого пользователя будут свои настройки. Также, если вам нужен какой-то проект, помощь в реализации, то можете связаться со мной в Телеграме, я помогу со своей командой реализовать проект для вас. Как и можете записываться ко мне на обучение, с нуля полностью обучим трейдингу и написанию торговых алгоритмов, то есть программированию. Всем спасибо за просмотр. Видите, какой спам пошел сейчас? Это, видимо, какое-то движение пошло, из-за этого пошел спам. И чтобы такого спама не было, мы ставим, то есть, не 100 долларов, а, например, 1000. Вот, в принципе, это все. Всем пока. Спасибо за просмотр.